Научно-исследовательский центр Mind открылся в Астане. Площадка экспертов будет работать в стенах Максуд Нарекбаев University. Как рассказали сами аналитики, Mind объединит научную мысль и практику в формате Think and Do Tank. Исследовательские работы позволят не только давать рекомендации, но и действовать. Также центр позволит фокусироваться на целях устойчивого развития, поиске решения проблем, генерации инноваций и их внедрении. Цель создания научно-аналитического центра Mind заключается в предоставлении качественной аналитики для лиц, принимающих решения в различных сферах госуправления, в бизнесе, в частном секторе, в каких-то международных отношениях. Мы делаем очень сильный фокус на прикладной практический характер. Мы будем себя позиционировать как Think and Do Tank, что означает, что мы будем еще и помогать воплощать в жизнь рекомендации, консультировать, сопровождать. Мы являемся своего рода диалоговой площадкой между госорганами и населением, гражданами, бизнесом. По сути, мы такая своего рода инфраструктура для слышащего государства.